Привет, дорогие мои друзья, с вами Воблер и добро пожаловать на канал. Это у нас игра War Robots, и мы сегодня вместе с вами рассмотрим, чего же я смог достичь за этот короткий промежуток времени в этой игре. А для тех, кто не знает, что это за игра, скажу, War Robots — это игра, где идет битва роботов. Она идет на телефоны, Android, планшеты, то есть, но я играю на ПК через эмулятор. Что касается достижений последних, дорогие друзья, я сегодня с вами поделюсь, потом мы пойдем в бой, поиграем на этих роботах. И если вы играете в нее, обязательно пишите в комментариях, какой у вас уровень, какие роботы, какие пушки, что у вас там интересное есть. Также я читал все ваши комментарии под прошлым роликом. Кто-то писал: «Воблер, купи паука», но я вам скажу, что я собираю вот эти монеты для того, чтобы купить Карнейджа. Это робота с двумя дробовиками и энергетическим щитом. Кто-то играет в War Robots, тот понимает, о чем я говорю. Также хочу сказать, что здесь и проходит сейчас акция, которую я и выполняю. Это уже, по-моему, третий ивент, в котором я получу энергетическое оружие Дрибушет. И мне осталось выполнить еще, по-моему, 13 фрагов сделать, и я его получу. То есть я уже в этом ивенте получил такого робота, как Лео, за выполнение заданий. Также я получил вот это донатное оружие, где оно, сейчас покажу, за которое покупается за золото. Это получил ракетницу, которая круто дамажит, она даже прокачанная, вот одна просто получена, одна прокачанная. Я ее тоже взял, только уже за золото. То есть я в игру ничего не донатил, в принципе, если бы хорошо играть, то здесь нормально зарабатывается. Конечно, вы не купите себе каких-то крутых роботов нагибучих, которые стоят по $200. Ну, сразу не купите, может, если год поиграть, то и возьмете. Ну, в принципе, можно неплохо здесь поразвиваться. Сейчас же прем, в принципе, дается на халяву. У меня 23 часа. Здесь, я говорю, есть различные такие вот ивенты, где я открываю сундучки и получаю прем. Вот себя могу сказать, что больше чем 3 раза жать здесь вообще нет смысла. Вы столько сольете золота. Я в прошлом ролике говорил, что я потратил 1200 золота, когда первый раз здесь появилось. Ну, короче, фигня это все. Максимум 3 раза открывайте, вот 3 раза будет вам выгодно. Вам в любом случае за 3 раза прем на 12 часов выпадет. Здесь мы видим за 4 раза вот что выпало, видите? Даже 2 према. Это, по-моему, я сегодня. Или когда я открывал. Есть какое-то, что я сегодня открывал. А ну, получить приз. А, вот я, да, 2 према схватил. Сегодня, видите, 2 раза открыл и все. То есть я сразу заблокировал то, что мне надо. То есть лучше какие-то пусть детали копятся. Можно, в принципе, еще раз открыть, но пока что не вижу смысла. Также хочу сказать, что вечерами мы с другом здесь сидим. Иногда поигрываем в эту игру. Я не знаю, почему я здесь сижу. На канале она набирает мало просмотров, мало лайков. То есть, с экономической точки зрения, да, мне невыгодно ее снимать. Но сам что-то в нее засел, пока другие играют в Wolfenstein и Assassin's Creed. Мы сидим с дружбаной вечером, выполняем ивенты. Также мы пытались здесь сливать рейтинг. Вот какой рейтинг есть у меня на данный момент. Это средний урон, это уничтожение роботов и победы 42. Мы пытались сливать рейтинг, по-моему, до 1000. Вот когда доходит 1050, уже там как-то слабо сливается. То есть мы выходили всеми роботами, как бы меняли робота в игре, потом на последнем чисто сливались. Понятно, мы подводили команду, это ясно, но надо было понять, как вообще, на каком рейтинге тут. Просто мы насмотрелись роликов, где там типа сливаешь рейтинг и ты типа нагибаешь. Я не знаю, правда это, неправда. Кто играет в игре, пишите в комментариях. Также мы заметили, что от прокачки вашего корпуса в роботе зависит, куда вас бросает, в какую команду. Именно корпуса. То есть мы пробовали ставить мощные пушки на более слабые корпуса, типа первого. Ну да, там попадаются слабее роботы, но все равно надо встречаться и левой, и Наташка. Ну короче, то есть там такое, какая-то такая зависимость. Поэтому рейтинг у меня такой, я даже на него не обращаю внимания. Потому что, ну, мы прокачиваем пушки. Вот пушки прокачанные, ты этот рейтинг быстро подымешь, и роботы подымется. Вот такая тема. Также хочу сказать, что я купил себе, по-моему, с последнего ролика здесь трипушет, это оружие. И оно немножко уже прокачано. Вот так вот оно прокачано. В принципе, нехило-то и рубит. То есть нормальная тема у него, я вам скажу. А чё у него? Какой урон? Не понял. 500? Да у него же вроде бы урон-то побольше был. Ну ладно, что-то как-то с уроном у него, мне кажется, у него что-то было побольше с уроном. Ладно, также купил энергетический щит, прикольная тема. Я его купил за 100
1500 золота. Золото, я говорю еще раз, не вливал ничего, оно было на аккаунте. Я зашел, как-то полгода не заходил после лета, или даже 3 месяца. Зашел, мне дали там более 1000 золота, не знаю, что это. Также есть молотки прокачанные. Вот такие работюнечки у меня. Есть Наташка, которая стреляет на дальнюю дистанцию. Кто-то называет ее крысой. Но она есть. Пока что нечем заменить достойным, потому она есть. Если будет что-то интересное, значит, будем открывать. Также есть Гриффин. Прикольный робот, прыгает, прикольная тема. Он у меня с молотками, молотки стоковые. Ну, он мне чисто дальник, но вот это оружие очень прикольное. Хочу его попробовать. Но, с другой стороны, жалко именно времени на прокачку и монет. Потому что, ну, нормально надо так-то монет, мне кажется, 6-7 миллионов вылить хотя бы, чтобы прокачать каждое оружие. 4 оружия до 5 уровня или до 6, и посмотреть, что с этого получится. То есть, как он вообще будет нагибать. Можно там переставить эти нижние прокачать. Ну да ладно. Что еще есть? Тут у меня молотки тоже прокачанные. Но тут ничего, тут все стоковое 5 уровня. Ну а Лео, конечно, крутой парень. Я его получил за ивент. Мой друг уже Наташку вот должен получить здесь раскрашенную. И дальше идет. Мне не везло вообще с этими победами. Вчера 10 боев, как я не старался. Сливы, 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 сливы. Ну да ладно. Что касается снаряжения. Вот донатное оружие. Жестко мочит, конечно. Оно просто бешеное. Оно вот улучшается. Видите, насколько оно будет. Это просто оружие имба. Ближнего боя такое творит. Конечно, против щита оно ничего сделать не может. Но все же. Что еще хочу сказать. Тут есть сундуки вот этот. Мы их называем лохотрон. Какой-то, но если вам в игре выпадают ключики, можете, в принципе, покупать здесь, крутить все равно ключи на халяву. Но если покупать ключики за деньги, вообще нет смысла, полная дичь. Так, что хочу сказать, за 1000 открытий, о, не 1000, загнал, за 100 открытий где-то вот этих сундуков, да? Ну, я что получил? Вообще, то есть ничего, деталей даже мало деталей, там, серебра мало. Я получил это робота. На халяву, это вот этого, недавно, вот, по-моему, вчера или позавчера получил робота. И также я получил одну пушку, которая, ну, такая себе, их у меня вообще очень много. И то, что она мне добавилась, ничего, вот эту пушку мне дали, только не 5 уровня, а 3. Этих пушек у меня вообще, вон, куча, вообще, я не знаю, что с ними делать. Продавать, наверное, надо, коллекционировать. Короче, вот такие дела. Сейчас мы вместе с вами пойдем в бой, поиграем. Я вам скажу, что игра очень интересная. Затягивает, я не знаю, чем она затягивает. Ну, блин, затягивает. Что касается по донату, ну, все донатное, что здесь есть, оно нагибучее. Вот просто все нагибучее. Любой робот, самый крутой, это Хаечи. Здесь стоит $200, робот имба. Ну, если оснастить правильными пушками, он там почти по миллиону выносит. Есть здесь ребята жесткие задроты, есть донатеры. Но можно и самому поиграть, если на это все не сильно-то и обращать внимание. Так, давай мы возьмем вот этого дальнего робота и издалека постараемся настрелять. Тут главное выбрать тактику, чтобы дальний был робот, ближний. Также забыл сказать, собирая вот эти белые монеты, которые производятся. И в таком, короче, каждые 4 часа, по-моему, они даются в специальном, в специальной фабрике. И, наверное, возьму себе Карнейджа. Вот Карнейджа возьму с двумя дробовиками. То есть можно, в принципе, прикольная тема с Карнейджем там повоевать. Так, вот этот лазер, мне нужно его в первую очередь, мне кажется, сносить. Я не попал, 900 метров. Надо поближе подойти. Вот такие, друзья, пироги. Интересная игра, в которой воблер вечерками зависает. После того, как я записал ролики, записал там, что все сделал, сижу там с дружбаном и иногда поигрываю. Захожу. Ох, как жестко мне наваливает, смотри. Давай, 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 давай. Ага. Отходим, кто там еще? Наши захватили точку, отлично, мы контролируем 3, они контролируют 2. Вот здесь, если захватил центральную точку, то уже, в принципе, процент большой, что команда победит. И только главное ее еще и удержать. На, давай, ага. Да, у меня тоже пулеметы, более-менее прокачанный чувак. У меня же пулемет, то есть молотки точнее. А, все, точку уже не удержали. Ну, тут будут сливки. Моя главная задача здесь в игре... на данный момент набивать фраги. То есть я иду по ивенту, я сейчас ни в коем случае не обращаю внимания на какие-то дэмэдж, еще какую-то фигню. То есть мне главное получить робота, получить пушку на халяву. Он воблер убил, все отлично. Мне еще надо... Мы еще смотрели 13 роботов. Да, вот 13 роботов я возьму. Вот тот, конечно, чертяка, который далеко с лазерами лупит, конечно, это жесть. Он простреливает наше энергетическое оружие.
Давай, давай, дружище, прыгни, прыгни. Сейчас я тебя заберу. Черт, ну что ж, перезарядка. Добил? Нет, не я добил. К сожалению, не я добил. В этом бою мы все. Это очевидно. Посмотрим, если я дойду, конечно, до центральной точки. Хотя навряд ли дойду, то видели, какой чувак с лазером. Ага. Да, с лазерами. Вряд ли я его смогу завалить. Ну да ладно, тут еще с дробашами. Добьем? Дружище, бей, 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 бей. Ай, перезарядка у меня. Давай. Черт, не добил. Мне же надо добивать роботов сейчас. Ой-ой-ой, как сверху жестко наваляли, видите? Ну давай мы сейчас возьмем эту дальнюю, которую называют крысой. Да, сейчас мы возьмем крысу и заберем фраг. Надо два... У меня уже один есть. Отлично. Нет, не я. Кто еще там недобитый? Будем искать недобитка. В принципе, хороший робот. Он у меня стоковый, не прокачанный. Так, надо вот этого лазера забрать. Где-то черт с лазером. Это вдалеке. Ага. Давай тут накроем. Постараемся помочь центральную сейчас отбить. Ну, давай, давай. Что-то там наносим. Нет, не я. К сожалению, не я. Ну, ничего страшного. Сейчас будем идти вот так. Постреливать. Надо наших ребят прикрыть. Вон чувак с лазером. Видите, как его уработать? Он всю малину портит. Давай. Ну, неплохо я нанес налево, да? Давай, сейчас мы покажем, кто где раки. А то он так стихаря, сдалека постреливает. Что, ну я наношу. Ну, он под укрытием, конечно, стоит. Но все равно, что-то да и наносит. Давай на упреждение чуть-чуть берем. Надо его потихоньку... Ай, медленно, медленно выносим. Невыгодно его бить. Невыгодно. Вот я вижу недобитки. Сейчас выполняем челлендж. 14 фрагов и дребушет. Это дребушет нормальный. 4 миллиона по деньгам, если его за прокачку покупать. И полмесяца. В принципе, нормально. По деньгам. Потому что там валюта реально стоит дорого. Она как бы бесплатно дается. Ты там прокачиваешь, за месяц можно эту пушку дребушек получить. Но с другой-то стороны, блин, там еще же деньги надо игровые серебро вкидывать. Ну что, снова не добил, снова недобитки. Вот невезуха, а. Так, надо какого-то такого вкусненького выбрать. Давай, сладенький, вот он. Давай! 500 метров. Сейчас мы его заберем, смотри. Да-да-да, воблер, воблер! Да, воблер. Стасакс какой-то, стасакса взяли. Что там у них? А, ну тут мы всрали. Либо мы их роботов перебьем. Тут чувак с лазером просто всю малину портит. Как его уработать, я даже не знаю. К нему не подойдешь, у него лазер далеко действует. И тем более под навесом стоит, понимаете? О, я могу того чувака... Ай, не бей, электричество, не бей, это моя! Это мой фраг! Ты чего? Давай, давай, давай! Ай, все, прилетело, уже было поздно. Ладно, ладно, ладно. Кто там еще есть? Этого чувака никак. А там сзади него какой-то черт стоит. Мелкий хочет точку захватить, смотрите. Ах ты гад, смотри, идет, идет, меленький. Меленький он был. Давай, 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 на упреждение. По чуть-чуть дамажим там. Перелет идет, прилет. Блин, крыша, крыша-то мешает. Грубо или что там. Никак не могу завалить его. Ладно, придется какую-то другую цель выбирать. Есть какие-то недобитки, все мощные. Он аж бьет, бьет, бьет. Давай, дружище, бери точку, будет наша. Давай, красавчик, сейчас помогу. Да, обломись называется. А как так? А как это наш робот вообще упал? А, не, он никуда не упал. Куда ты, мелкий гаденыш? Давай, сейчас мы тебя накроем. 300 метров. Так, нет, не я, но ничего страшного. Нас тут возьмет. Центральная точка наша. Хорошо, вот идет. Ну, он тяжелый, конечно. Как мы его уроб... А, вот поднимается. Надо центр, центр прикрыть наш. Что-то чувак поднимается наш. Леон 2236. Надо прикрыть Леона. Так, надо на... Ой-ой-ой, лазером достает, ты посмотри. Надо спрятаться где-то. Так, наносим, не наносим. Там Леон вообще. Леон Наполеон. Захватчик, слушайте. Леон Наполеон захватчик. Давай, 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 давай. Черт, Леона снесли, Леончик.
Вот этот черт с лазерами очень много надамажил, потому что он... Его никто добрать не... У нас нет таких ребят, которые бы смогли его задамажить. Просто так повезло ему. Я не уверен, что он прям супер игрок, либо супер какое-то оружие. Просто ему так повезло. Ой, а что, у них 5 человек, а у нас сколько? Нормально, у нас ничего не осталось-то. Сливки, ребята. Сливками пахнет. Сливами. Так, а что тут? А, вот, лазер вышел или что он там? Он уже вылез? А, давай мы сейчас его... А, вот он, хорошо. Коль ты так, мы сейчас его в первую очередь накроем. Ему труба, смотрите. Я приказываю уничтожить его. Пошла жара, получай. Потому что я сейчас выйду на своем Лео. Если еще успею выйти. Давай, давай, давай. А что, я один остался? Воблер последний из магикан. Остаться в живых. Ни свой, ни чужой. Последний герой. Идем, идем. Да пусть они поближе подойдут. Это как раз мне на руку. Понятно, что мы слились, ребята. Но никогда не сдаваться. Мы должны их... Надо вот этого уделать, который с лазерами. Давай, 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 500 метров. Ай, прицел, прицел передвинулся. Ага. Давай, давай. Чуть-чуть сюда. Левее. Бьем, 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 бьем. Бьем. Так, меняем робота. Сменить робота. Берем вот этого. Ну все, ушлепки, привет. О, так у него два, подожди, вот он. А, это не тот был, что ли? Блин, у него и лазер, и два дробовика, ну это жестко. Я ему ничего не сделаю, наверное. Еще там сзади кто-то палит. У меня еще есть робот, подождите. Не всех роботов вы убили моих. Жестко. Жестко нас наказали. Так, один ключик получили. По урону мы где-то в днище морском. Ну, потому что я... Стрелял сдалека. И не подходил ближе. Это все, чувак этот лазерный, всю малину испортил. Вот такие вот пироги. Ну ничего, мы сейчас еще один бой катанем. Ух ты. Ну давай посмотрим, что у нас здесь-то получится. Можно, в принципе, сейчас взять поначалу Гриффина, который будет скакать. Сейчас возьмем какую-то точку. Можно сейчас ускакать на правую сторону. А потом с правой стороны уже вести какой-то огонь. Давай. Прикольный робот Гриффин. То, что он может прыгать. Вот я его в будущем оснащу донатными вот этими ракетами. Которые у меня есть две штучки. И по бокам, по-моему, еще энергетическое оружие ближнее хочу сделать. Ну, это в будущем. О, у них там косяки разные. Давай мы сейчас точку захватим, не? Наш там возьмет. Давай мы сейчас сюда быстренько. Прыгнем. Ого-го, а что это у него такое за оружие? Ты такой крутой парень. А, вот, у него вот эти крутые ракеты, которые я говорил, донат. Давай сейчас мелкого этого инвизера. Блин, да, вот про что я говорил. Видите, вот эти ракеты, нелегкие слоты, они вообще жестко валят. Он прокачанный чувак. Надо их валить, валить, они просто наших будут сносить жестко. Это не самый мой мощный робот, конечно. Не хотелось его так просто просрать. Но имеем, ребята, и что имеем, то имеем. Сейчас мы его встрем. Так, мы прыгаем. Давай, давай. Надо подольше пожить, роботов сохранить. Ай-яй-яй, ракеты нас убили. Ладно, ладно. Давай мы возьмем вот этого вот. И пойдем в замес. Так, а что у нас там с левой стороны? Кто-то бегает, а кто-то бегает такой крутой маленький. Так, а кто это бегает такой, а? 400 метров. Не могу достать. Ракеты бьют 300 метров вот эти. Так, там Лео, у меня есть молот. Давай, давай, бах! Бьем, 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 сейчас мелкого завалим. Давай, все, мелочь пузатая, тебе хана. Сдавайся. Урал какой-то убил, ах ты Урал, это как прям мотоцикл. Еще раз Урал, подсосник ты Урал, иди в жопу. Все подсосал, вы посмотрите. Я тут дамажил, дамажил. Заходим, врываемся, что у нас там сзади? Все нормально, правый фланг мы его сдаем. Так, здесь как-то очень много роботов. Так, здесь кто-то есть? Еще точку сейчас на халяву отожмем. Давай мы сейчас ракеты пустим. Ай, ракеты куда улетели? В потолок улетели ракеты. Давай, дружище, иди сюда. Вот дробовик не 6 уровня или 7, не помню, что это за дробовик. Бамс, ракет.
Воблер сожрал этого. О, вы еще не доб... Блин, недобиток. Недобиток. Надо его взять. Давай, давай, давай. Это что, недобиток тоже? Нет, надо вот этого брать. Бейте его, бейте. Я его заберу потом. Бейте. Давайте, давайте, давайте. Сейчас залп. Огонь. И мои ракеты. Блин, а кто-то мощными ракетами такими его подобрал. А, вот, смотри. Энергия. Ой, сзади кто-то лазером в попу палит. Надо вперед идти. Вперед идти и прятаться. А я только одного, один фраг взял. Блин, мне фраги нужны. Жестко нужны фраги. Ах ты, черт, сдалека постреляли. Я сейчас приду, я сейчас тебе по... А, Наташка там. Кто-то стреляет. Я сейчас тебе все отрублю. Так, ракеты там. Мы можем уже ракеты использовать. На! Попала ракета хоть кому-то. Давайте прыгаем. Пока что мы побежим. Там просто жестко вслили. Так, давай, давай. У него что, и лазер там еще какой-то стоит, что ли? А точку кто будет? Иди точку бери, чувак. Мне не надо точка, мне нужно фраги. Давай, давай, бэдымс, бэдымс. Чё ты своим лазером? Чё, у него тоже дробовики? Отходим. Блин, у него дробовики. Я думаю, это у него ракеты стоят, которые сверху. Давай, давай, чуть-чуть. Стреляем, а что у нас дробовика нету? Ай-яй-яй-яй-яй, как больно-то. Больно. Чувствую, как больно. На, ракетами вжарил. Видели, как я ракетами вжарил? Ой-ой-ой, сейчас меня доберут. Черт. Давай-давай-давай-давай, добрали? Нет, это не я был. Давай, гад, получи. Вдалека бьем молотком нашим прокачанным. А ну отойди. Так, надо ракетами кого-то вжарить. Кто у нас поблизости есть? Вот, чувак, смотри. Так, отойти. Ракеты. Огонь! Швар! Укусили. Нормально-то. Ой-ой-ой. По пульку 8000. 8000. Кто-то меня преследует. А, там стал он, блин. Паук-броневик. У него физический щит там. Давай ракетами добьем. Кто добил? Это был не я. К сожалению, это был не я. Что там, паук? Кто полез? О, сейчас эту точку у нас отберут. И меня убьют. Я понимаю, что убьют, но... Вот разочек выстрели. Или... Давай 400 метров. Огонь. Ракеты жарят. Бдымс. Там еще кто-то дал. Может, все-таки я поживу. Или взять нормального робота и надо мажить. Короче, надо слиться. Надо слиться, слиться. Давай. Бдымс, ракеты. Хорошо, вжарили. А там два паука. Значит, на пауков вот эту пушку берем. Она просто четко пауков мочит, ребята. Смотрите, сейчас паука... А, там два паука со щитом тут прикрывает. Ладно, сейчас мы тебе и щит снимем. Сейчас мы тебе все снимем. Давай, там остался вот с физическим. Та! Сейчас мы сверху ракетами его закидаем. Давай, давай. Бдымс, ракеты. Получил по самые помидоры. Так, что у нас, ребятки? Три точки мы держим. У меня еще есть робот. Там еще нормально. Там еще робота у воблера. Можно, в принципе, идти сливаться. Давай туда вдали. Можно, в принципе, крайнюю пойти точку взять, да? Давай, смотри, неплохо бьем-то. Давай, давай, жарим, жарим. 007. Что-то 3М007. Это что такое за ник? Тут ники просто угарные, если почитать. А некоторых людей, мне кажется, не хватает фантазии, так они к никам еще и цифры прибавляют. Я не знаю, зачем цифры прибавлять. Ну, назови как-то, назови помидор или там или еще что-нибудь, зачем цифры. О, все, победа. Да, нагибали. Блин, так я еще и не всех роботов взял. Надо было брать более нагибучих роботов. Я, по-моему, не взял еще с щитом, с дребушетом. Ну, так вот, если бы знал, где упадешь, как говорится, соломки подложил бы. Но тут, что мы набили? Вот такой вот урон. Ай, блин, один только уничтоженный робот. Где-то посрединке. Не очень, не очень доволен. Ну, тут мы разделили чуваком вот это третье место. Ну, конечно, 600 бы я точно не набил. Тут стопудово. И что нам осталось? И осталось еще... так, это 9 роботов, чтобы получить дребушет. Ну что ж, дорогие друзья, это была игра War Robots. Если вам нравится игра, обязательно... Ставьте лайк, пишите комментарии по поводу, если вы в нее играли или играете. Ну, а я периодически буду вас освещать, чего я тут достиг и что я тут прокачал. С вами был Воблер, оставайтесь на канале. Удачи вам и пока.